Дмитрий Владимирович Катаев, главный тренер команды «Хумас». С победой вас сегодняшней. Но давайте сначала по вчерашней игре. Второй период провалились. С чем связано? Спасибо за сегодняшнее поздравление. Удаление, ненужное удаление, слабая игра в меньшинстве, потеря концентрации в таких ключевых моментах. Вот, ну, провалили, да, какую-то часть игры и просто не смогли выкарабкаться из той ситуации, которую сами себе создали. Поэтому такой итог. Вот, что касается сегодняшней игры, ну, уже Делки сказал, ребятам спасибо. Такая хорошая командная игра. Непростой соперник, вот, но в принципе сегодня такую сделали работу над ошибками и в меньшинстве по-другому сыграли, и в принципе 5-5 создали тоже достаточно много голевых моментов, поэтому хорошая игра, и мы рады двум очкам. У тебя есть вопросы? Да, есть вопросы. Господин Катаев, вопрос такой. 45 дней плюс-минус 2 дня осталось до Кубка Дружбы. Угу. Есть ли какое-то перспектива, ну, поднатаскивания команды к этому кубку? Я понимаю, что она как бы является не, ну, не однозначной, да, чемпионат Казахстана, я имею в виду, где мы участвуем, а вот Кубок Дружбы, что вы можете сказать? Есть ли что? Вот, что мы можем увидеть нового на Кубке Дружбы? Если будет, конечно, нового. Знаете, сейчас, наверное, слишком далеко так забегать вперед не будем, поскольку, ну, скажем, идет еще регулярный чемпионат, да, и еще впереди много игр, вот, но я думаю, что мы прям что-то специальное такое, экстраординарное предпринимать к этому кубку не будем, поскольку там будут, мы заканчиваем в Атырау регулярный чемпионат, у нас есть несколько дней новогодних праздников отдохнуть, вот, потом еще логистически не продуман наш маршрут, поэтому я думаю, что мы там буквально 2 дня потренируемся и уже будет принимать участие в том кубке. Я к тому еще говорю, есть что-то, мы можем ожидать от Хумо что-то? Потому что выстрел попадания в финал, это был выстрел в сентябрь месяц, я имею в виду август месяц, да? Вот что-то можно ожидать нового от команды? С учетом того, что у нас убыток игроков. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, о чем вы говорите, да, к сожалению, есть ребята, которые ушли. Не хватает, да, но, в принципе, ведем работу в этом направлении, мы будем стараться укреплять состав, вот, и в любом случае мы будем играть только на победу. Спасибо большое.